Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот наступила та пора, когда нужно внимательно следить за своими растениями и, если что, обрабатывать их от вредителей. Я сегодня уже рассказывала про эффективное универсальное средство Интавир. Им я обработала сегодня баклажаны от колорадского жука, цветы, которые у меня обгрызают. И сейчас пришла посмотреть яблони, и вот там, не знаю, видно вам или нет, высоко-высоко на самой вершине я вижу, что там паутины, прям комок такой, какой-то вредитель там обосновался. И увидела вот здесь вот, видите, уже кто-то отложил яйца. Это уже сигнал к тому, что нужно обработать яблоню. Я ее обрабатываю этим интавиром, потому что он убивает комплекс вредителей, 52 штуки. Пользуюсь простым пока что вот этим вот. У него два режима. Здесь внизу я вот так попрыскаю. Вот они. Видите, яйца. Значит, кто-то сейчас какие-то гусеницы вылупятся и будут кушать мою яблоню. А верхний я буду струей. Вот, видите, паутина. Не знаю, видно вам или нет. Вот эти верхние все. Там часто муравьи туда тлю заносят. Все вот эти макушки, яблонь, груш высоких, нужно обязательно все смачивать раствором. И не только макушки, но и вот эти вот стволики, которые находятся внутри. Нужно все тщательно промачивать. Короче, после вашей обработки вся яблоня должна быть смочена вот этим раствором Интавир. Я использую и добавляю немного мыла, моющего средства, чтобы капли не скатывались. Обрабатывать, еще раз повторю, нужно утром, когда нет жары, чтобы как можно дольше вот она постояла в мокром состоянии, чтобы все это впиталось. Или вечером, после 7-8 вечера, чтобы опять же вы обрызгали и не было жары, и чтобы она подольше, вот это средство было на яблоньках. Ой, вы посмотрите, что творится. Все в яйцах. Но это какие-то бабочки отложили яйца, вероятно. Надо разобраться, что это. Все, вот так я показала, как обрабатываю. Также этим средством можете опрыскать весь участок, начиная с яблонь, яблони, цветы, капусту, там какие у вас посадки еще есть, баклажаны. Все, на чем могут быть вредители, можно обработать вот этим простым эффективным средством Интавир. До свидания. Заходите ко мне на страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. А я буду дальше обрабатывать.